Бийский государственный колледж занимает третье место по Алтайскому краю по количеству выпускников среднеспециальных учебных заведений. В этом году дипломы профессионального образования получили порядка 650 студентов, и это почти половина из общего числа выпускников бийских колледжей. Из-за большого количества студентов торжественное мероприятие пришлось делить на 4 потока. В общей сложности дипломы среднеспециального профессионального образования получили 648 человек. Это выпускники по 18 специальностям и 4 профессиям. В их числе 130 отличников. По словам руководства, почти 20% красных дипломов – это достойный результат. Порядка 30% планируют поступать в высшие учебные заведения. Сегодня в главном корпусе БГК состоялась финальная церемония вручения. С цветами, шарами, а самое главное – с приподнятым настроением выпускники вышли на сцену. Прозвучало немало добрых слов в адрес преподавателей. Не обошлось и без трогательных моментов. Добавим, что в этом году 174 выпускника впервые прошли сложную итоговую аттестацию, которая состояла из 2 этапов – демонстрационного экзамена и выпускной квалификационной работы. В связи с внедрением движения WorldSkills России, в котором колледж участвует с 2016 года, одним из условий по отдельным специальностям в этом году была обязательная сдача демонстрационного экзамена. На некоторых специальностях этот экзамен проводился в качестве промежуточной аттестации, а для 17 учебных групп из нашего выпуска это была частью итоговой аттестации. Если говорить о демонстрационном экзамене, то на следующий год в обязательном порядке все выпускники профессиональных образовательных организаций будут сдавать демонстрационный экзамен как этап итоговой аттестации.